Известная украинская певица Тина Карль уже более 15 лет радует миллионную армию поклонников своим ангельским голосом. Также звезда часто делится красивыми публикациями в Инстаграм. Недавно на одной из фан-страниц 36-летней знаменитости в соцсети опубликовали трогательное видео, которое в очередной раз подтверждает ее служебный роман с молдавским исполнителем Даном Баланом. В коротком ролике можно увидеть милые моменты из 10-го сезона вокального шоу «Голос страны», когда Тина и Дан не скрывали своих чувств друг к другу. Также автор видео добавил вставки из мультфильма с двумя влюбленными кроликами. «Я был влюблен в нее тайно», — говорится в публикации. «Как Том и Джерри, боже, это просто какая мелота, скучаю по ним бесконечно», — написали в комментариях под постом пользователей соцсети.